Всем привет! И в студии, конечно же, я. Меня, наверное, все узнали. Это Сир Макс. Тот Сир Макс, который торгует и ежедневно вам продает игры, которые вы приходите покупать у нас или обменивать. Что ж, начнем сегодня передачу с хороших новостей. А хорошие новости у нас такие. У нас в бонус поступили новые триксы для Sony PlayStation. Здесь рассказывается о самых новейших играх, о самых популярных, о самых последних поставках, которые были у нас на Sony PlayStation. Возьмем, допустим, Mortal Kombat 4. Ну, кто не хотел бы сыграть тремя секретными персонажами? Что ж, приходите, покупайте обязательно. Я вам это советую. Дальше у нас появились новые джойстики для Sony PlayStation. Это такой вот разделяющийся новый джойстик, который может разделиться напополам. Как это происходит, я вам сейчас это продемонстрирую. То есть вытаскиваете джойстик, это обязательно, распаковываете его. Прежде чем распаковывать, конечно, покупайте у нас его. Вот распаковываете. Этот вставляете, естественно, сюда, это место первого джойстика или второго, какого хотите. Потом берете, можете использовать его как обыкновенный джойстик, то есть вот так играть, как вот этот джойстик. И можете открыть его. То есть вот раз, два. Вот я вам сейчас наглядно показываю. И вы можете свободно расслабившись в кресле, одну руку в другую сторону, другую в другую сторону. То есть играть вот так вот. У меня сейчас связан, я поэтому могу вам показать. Вот так вот вы играете. Очень удобная штука, просто слов нет. Также у нас появился супер джойстик, очень супер джойстик, называется аналоговый джойстик с вибратором. Последняя модель, вы можете приходить, также у нас покупать. Тоже джойстик, просто отпад. Ну что ж, объяснить вам, что такое аналоговый джойстик? Ладно, хорошо. То есть это джойстик с двумя такими пимпочками, которые находятся внутри джойстика. Вот они. Допустим, вы играете в самолет какой-нибудь, симулятор самолета. И у вас сзади на диске нарисован аналоговый джойстик. Чем вы больше нажимаете, тем круче он заворачивает. Допустим, я чуть-чуть завернул, чуть нажал, он чуть-чуть завернет. Круче нажал, он круче завернет. И так далее. Или, допустим, вы едете на машине и заезжаете случайно на траву. Кто ездил на машине, наверное, это знает. То, что начинает машину трясти с таким вот неестественным, коробизным таким движением. И у вас джойстик тоже начинает тоже так же вибрировать в руках. Ну ладно, хватит, наверное, о джойстиках и переступим к играм. А игры у нас будут сегодня просто отпад. Для тех, кто играл раньше на компьютере и сегодня хочет поиграть на Sony PlayStation, я вам советую такие игры. Просто пальчики оближите. Короче, первая игра у нас будет Rebel Assault. Кто играл на компьютере, но на компьютере я играл только в первую часть. А сейчас у нас вышла Star Wars Rebel Assault 2. Такая игра. Вот, на двух дисках. Вторую игру мы вам покажем. Wing Commander 4. Вот, она на четырех дисках. То есть, как это значит? Открываете, проходите первый диск, второй диск, открываете следующую половину, третий диск, четвертый диск. Здесь снимаются самые популярные актеры, в чем вы убедитесь попозже. Третья игра у нас будет такая. Все, наверное, смотрели фильм, по ТВ-6 показывали, называется «Вавилон 15». Вот по этой игре сделана эта игра. Ой, по этому фильму, вернее, сделана эта игра. Называется она Hive. То есть, ну, можно сказать, как Хаос. Тоже на двух дисках она, но игра сногсшибательная. И также последняя у нас игра будет, которую мы сегодня покажем. Она тоже по фильму называется «Чужие. Трилогия». Она сделана в трехмерном варианте. На нас нападают там чужие разные. Вам тоже покажем. Надеюсь, вам понравится. Ну что ж, я вам рассказал много уже, пора смотреть игры. The rebel fighters are in. Squadron stands ready, awaiting your command. Very well, Admiral. Engage the rebels. Nothing on my scanners, Commander. Copy that.
I think this sector's secure. Let's take one more pass and get back to base. I hear you. And let's make it quick. I don't want to stay out here a second longer than necessary. What's the matter, Till? Don't tell me a hotshot pilot like you's afraid of a trident triangle. No. I'm not saying I believe in ghost ships or anything, but... You've got to admit there's been a lot of unexplained happenings in these parts for the last 40 years since the Battle of Dryden. I mean, how can so many different... What's this? I've been hit! I'm on my table! Jen! What are you doing? I can't hold it! Watch it! Report. All's clear, sir. Nothing here but sand leeches and claw mines. Good. Stay alert. Sensors tracked a rebel ship going down in this sector. They probably didn't survive, but you never know. Yeah, right. In the machine control, but I'm checking here. No, nada, nothing. You let your imagination run wild. What the hell? Control, Russo's off my scope. Moving in. Green 2, something is definitely out there. Nothing. Russo? It can't be. Take no prisoners. Mayday! This is the Leslie Roosevelt to remember his mind. Lighting the flash pack. Successful test. Let's go. Whether or not these changes relate to the senseless acts of terrorism remains to be seen. But see to it, I will. I can promise you that. The increase in these incidents has raised the tension between us and the border worlds to a dangerous level. The
But before this august body commits itself to a grave and irrevocable action, I have asked the Admiral to investigate and report back to us in 2 weeks. Admiral, and go with the blessing of this assembly and of every peace-loving person in the galaxy. Thank you. In 2 weeks, we shall vote on war or peace. This concludes our live coverage of Admiral Nolan's address to the Great Assembly. Barbara. Thanks, Bob. These next 2 weeks will hope of resolving the tensions that are growing at the very fringes of our society. Good evening. This has been the TCN Nightly News. I'm Barbara Myers. Your cargo is a bomb. I repeat, your cargo is a bomb. Don't ask how, but our cover's been blown. Six. Take Warman and his team to investigate. We don't want anyone to learn that the company has deliberately infected colonists in order to smuggle alien specimens past ICC quarantine. Yeah. В основном были у нас космические симуляторы. Симуляторы можно предпринять как стратегии. То есть вы, если будете в нагляк идти, можно так сказать, нашим
русским языком, в наглую нападать на кого-то, вы, конечно же, разобьетесь. Надо обходить противника сзади, допустим, садиться на хвост и так далее. Вы не думаете, что, допустим, ему показали, это так, не так уж и интересно, ездишь здесь стреляешь. Нет, конечно же. Допустим, той же самой игровой командор вам нужно покупать будет пиратские корабли, обязательно покупить нам много пушек на этот корабль, и много надо будет иметь знакомых, чтобы купить этот корабль, который вам нужен. Вот так вот. Что я вам еще хочу сказать? Не все те, кто выиграл в Orbit, пришли к нам. То есть не позвонили и не получили свои призы. Очень много призов осталось, так что вы звоните, пожалуйста. Наш телефон 224928. Мы работаем ежедневно с 10 до 7 без обеда. И напоследок конкурс. А конкурс у нас будет сегодня такой. Для любителей квестов, типа Resident Evil или Overblood. Ну, что-нибудь такого, вроде такого. Вот. А конкурс будет такой. Те, кто играл Chronicle of Sword, Хроника Меча, если нам принесет Memory Card с записью последнего достижения своего, то есть последних опытов, которые он достиг, получит, конечно же, приз тот же диск, который он играл. Ну, может, что-нибудь другое, конечно, что-нибудь выберет. Ну, а на этом все. Счастливо, пока. С вами был Сир Макс, до свидания.